Маша, давай. Света, у тебя тоже запил-то? Мы поехали открывать купальный сезон. Да. Ура! Пляжный сезон папа уже открыл. Будем открывать. Куда поехали, Федя, купаться? Да. Едем на озеро Шап. Это наше местное озеро. Покажем, какое у нас красивое есть озеро. Наверное. Мы когда последний раз там были? Блин, лет... В 15-м году мы там были. Мама, мы в 15-м. Ехали. Сейчас 19-й. Еду, еду, Карло. Еду, Придорожное радио. Придорожное радио. Ишь, Карла выла. Еду, еду. Шимша катату, луминут. До Шапа 2 километра. Итак, что мы имеем? Мы имеем 2 июня. Озеро Шап. Вот оно, озеро Шап. Сейчас я покажу. Мы в Южном находимся, да? Южный на том берегу, сказали. Мы в каком? Кооператор. Кооператор. Вот с той стороны детский какой-то лагерь. Оздоровительный, да? Вода прохладненькая, я так понимаю. Никого нету на пляже. Видите, пустой пляж. Они мы приехали. Купаться решила. Нет, такая погода. Вывешен черный флаг. И что значит черный флаг? Мама, я хочу взять шапку и отвезти туда. Положи вот на песок мама, свою шапку. Федя там один остался. Федя, иди сюда. Сейчас будет орать. Давай, три, раз, два, три. А вы что, не решаетесь? Помнится, мы в Белгороде, сколько лет назад, было тоже 2 июня, мы поехали, вода была где-то 22, и воздух такой же. Тоже мы тогда открывали купальный сезон. В нашем регионе, если сейчас не покупаться, что можно вообще уже не покупаться. Идет этот зомби. Голлум! Смотрите, в горло. Сейчас тут такой за рыбой. Федя, шапку сними. Открыт купальный сезон, и водичка отличная. Вот даже, вы знаете, вообще не холодно. Прекрасная водичка. Я снимаю, как твои динозавры пасутся. Колины динозавры пасутся. Мама, посмотрите, это колины динозавры, да, пасутся? Мама. Скажите, что вы скажете для нашего радио? Для нашего радио? Сегодня пляж имени наш. Нас. Я целый месяц ждал этого. Месяц? Целый месяц жарился под солнцем. Хотелось купаться? Хотелось купаться у нас. Все, мы уезжаем. Накупались сегодня, 2 раза купались. Очень тепленькая водичка. Да, Коль? Не помню, говорила, вроде не говорила. В общем, 100 рублей стоит вход на пляж, на территорию пляжа дикарями. А это, вот эти домики, они вроде как сдаются. Ну, не вроде как, а точно не сдаются. Ну, что почем, я не знаю. Так что так, пойдем сейчас. Время шлепанцев уходит в лак. Что шлепанцев у тебя? Ай, шлепанцы. Ну, чуть-чуть осталось нам дойти. Все, пока-пока. Встретимся, наверное, на следующем озере. Тут у нас еще есть озера.